Всем привет, ребят. Ну что, мы на аккаунте моего подписчика Ивана с ником Дракарис. Вот такой вот ник. И у нас сегодня коллекционер. Давно его не было. Вот такие вот плюшки. Сейчас попробуем что-то ему интересное вытащить. В принципе, как и все. Люстрата. Странно, что они так все запустили. Так, смотрим аккаунт. Что у него есть? Так, донат есть, минотавр есть. Сейчас посмотрим, каких ему героев не хватает. Лео, Трифит, Командора, Ледяха, Рахатка, Гарпия, да ладно. РПС куб. По-любому они у него есть. Гарпия есть, суккуб должен быть. Как это суккуба нет? Может, в принципе, нету. Так, окей. И смотрим еще раз, аж интересно стало. Так, Рогатка, ладно. Да, по сути, у нас веселое задание. Рогатка, Командора, Трифит и Ледяной. Еще Лео. Ну, суккуба не считаем. Да. Ну, окей. Так, находится он в гильдии «Взрослые люди». Вот такая вот гильдия. Первое, второе места. Битва гильдии, атака фортов. Босс 4, 22.00. Босс 2. Второй. Битва факелов. 20.45, атака фортов 12.00. Боя минималка плюс 600 в силе. Не набил штраф. Один как я. Вот так вот штрафы есть. Не добрал кик. Пропуск кик. Чат и канал в Телеграм. Окей. Кидайте заявочки, вступайте, если у вас хватит ресурсов. Мы поехали, посмотрим алтарь и начнем роллинг. Такс. Где там его алтарь? Вот он. Так, ну, топовая фрейка, биг тоже. Неплохо, неплохо. С бастом. Странно, тыковка не прокачанная. Уже подземки пройдены. Топовые талантики на героях стоят. Тут, конечно, ремочку хорошо было бы. Так, Махатма, Минотавр. Анубис Огненка. Уже хорошее решение. Ну, дальше я уже понял, пошли допы. Да, и талантиков там уже не особо есть. В принципе, скорее всего, аккаунт недавно созданный. Так, хорошо. Что у него по осколкам? Ну, такое немного. Так, еще интересно подземки посмотреть. Он шестые только фармить начал. С его-то героями. Тыковку надо прокачать. Игу. Окей, поехали. По 450 и сразу же падает паладин. Укротитель. Интересно, интересно. Призрачный всадник. Сложно, конечно, будет что-то выбить, Дед Мороз, но Асурик, я уже говорил, в таких случаях, когда у вас не хватает там одного-двух героев, ну, конечно, если вам нужны повторки, это одно. Так, Дракос. Выбили. Так, одержимый. Бульдозер. Хранитель.
Атлантикор, нифига себе. Тыква Купидон. Ну, видите, заметно, что падает намного лучше. Палька, Бог, Рома. Череп Паладин. Укротитель опять. Но не падает то, что надо. Давай, рандомчик. Я что, зря спал? Смерть. Должно быть так, я проснулся, и все имбо-герои выпали. Дракос еще один. Ну, блин. Медуза. Ара. Укротитель. Бугимен, ну... Есть он у него уже. Классный герой, конечно, ну... Да, Гаргул. Что? 11-15, в принципе. Ехали, выпустим всех. О, Махатма чудит. С Фраей вместе. То чувство, когда ты на своей силе можешь творить все, что хочешь с такими героями. Вообще пофиг. Так, хоть на ком-то они сольются или нет? Он тут даже не слиться, по идее. Сейчас по одному выпустим. Красиво так. Раз-два ушли, раз-два ушли. Все. Блин, ну конечно сложная задача вытащить хотя бы кого-то, ну. Так, Суккуб. Ну, Суккуба выбили. Сердцеедка. Недостающего героя. Имка. Так, одержим. Трифит есть, наконец-то. Поздравляю. Ну, еще один недостающий герой. Плюс стрелка там получили. Рыцарь Сноу. Так, это уже интересней. Влад Дракула. Купидон. Так. Что у него тут вообще творится на складе? Стрелки, смотрите, как 160к и сколько разных героев. Итак, ладно, нам надо Лазуля. Лазуля, приди. Угу, конечно. Атлант, Дед Мороз. 9999. Фулл. Получается, за 50к мы собрали, считайте, лового коллекционера. Ну, Лазуля как не падал, так и не упал. Так. Добавим немножко места ему. Все равно места надо быть намного больше. Ничего себе. Все равно места не хватает. Ниндзя. Блин, ну рандомчик. Опять Покемон. Посмотрите, сколько ему падает топовый герой. Везде падает Дракос, блин. Не зря, наверное, он свой ник так назвал. Придумал и... Дракосы просто сыпят ему. Покемоны, Дракосы.
Блин, ну это, конечно, жестко. Не знаю, ну нету смысла на таких аккаунтах ролить. Вариант. То же самое, что я у себя ролю из-за того, что уже делать больше нефиг. Чё, поздравляю, хотя бы одного недостающего мы вытащили. Давайте эмблемку. Чик. Ну, такая себе рвение. В принципе, какая разница? Любая восьмая эмблема, это не пятая. Так, хранитель. Ну, такое себе. Это лучше, чем ничего. Так. Что у нас тут интересного вылезло? В принципе, ничего такого особенного. Так, трифит. Использовать. Окей. Что там у нас еще? Вроде 70-85. Так, рогатку мы не вытащили. Суккуб, он сам откроет, не знаю, хочет у него открывать. Нет, ледяха нет, командора. Но остались донатные. Так, призрачный Леди Лео. Кстати, Леди Лео сегодня кому ролю? У всех практически Леди Лео нету. Я не знаю, что это такое. Странно как-то. Не падает, что ли? Ну, я просто не могу понять, почему, в принципе, такие аккаунты и левую нету. Так, трифит. Этот друг. Овощ. Вот он. Ремочный вариант. Так, ну у него тут. По ресурсам у него все печально. 40 кгшек. Жесть, конечно. Все, пишите комменты, подписывайтесь, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.